друзья, это канал Тайна НЛО. Но что я сегодня вам покажу, а именно кого? Не так давно, в 2018 году, группа военных нашли норы инопланетных существ, которые находятся на Земле. Как вы думаете, что начали делать военные? Правильно, уничтожать эти необычные норы, которые оттуда могли выйти неопознанные летающие объекты. Но было очень поздно, когда они приняли такой необходимый шаг. Вы сейчас наблюдаете в Канаде необычный карьер, который был заброшенный. Не так давно нашли в этом месте необычные огни. Группа ученых заявили, что в этих местах обитают существа инопланетных рас. И не только. Они увидели необычные НЛО корабли, которые приземляются и исчезают в этих местах. Ни в какие ворота они не хотели, чтобы люди знали правду об этих местах и начали уничтожать эти норы. Вы видите сейчас самые странные и необычные кадры, которые до сих пор появляются на планете. Огромные ямы, огромные дырки. Но зачем? Никто понять не может. Но в тот день было совсем не до шуток. Они уничтожили около 17 вот таких необычных нор по всему миру. И это еще не все. Эти норы были как перевалочная база инопланетных рас. То есть они могли залетать с любой стороны космического пространства на эту планету. Но почему власти молчали до тех пор, пока группа очевидцев не решила показать всю правду? Этот необычный шар, который находился по центру карьера, как раз был неуязвим. Его даже не смогли уничтожить никакие взрывы и никакие удар оружия. Почему так все складывается и почему вы думаете, это все только обман зрения и фейк? Я не хочу вас ничем упрекать. Просто-напросто досмотрите необычный видеосюжет до конца. Я вам покажу еще что-то страшное, а оно еще впереди. Мексика, 2017 год. Необычный карьер для вообще этих мест. Но группа шахтеров и множество рабочих увидели, как вечерком подлетает в эти места неопознанный летающий объект. В том месте была установлена взрывчатка. Странно. Но все очень странно было для них. Они увидели это необычное и очень страшное неопознанный летающий объект, когда НЛО начал приземляться все ближе и ближе. После этого он выдвинул очень какой-то необычный яркий луч. Да, это очень странно звучит, но множество очевидцев считают, что это божья кара людей на то, что они уничтожают планету. Но вообще-то, если сравнивать, дорогие друзья, тот год и этот год, то мы с вами чуть-чуть ошибаемся. Когда мексиканцы увидели первый раз неопознанный летающий объект в этих карьерах, они видели какие-то необычные огни, то залетают, то вылетают, они думали, что это какие-то ангелы. Да, там множество Мексики верят в разные чудеса, но это еще было только первоначально. Когда они увидели яркую вспышку и взрыв, то увидели, что рядом с ними находится огромный неопознанный летающий объект. Вообще формат таких необычных НЛО очень специфичный. По многим интересным заявителям и множество ученых заявляют, что на Земле только было зафиксировано около 350 тысяч неопознанных летающих объектов разного типа, да и масштаба. Но как это объяснить тем людям, которые не верят в НЛО? Мы с вами привыкли думать, что НЛО — это дискообразные или овальные НЛО. На самом деле нас просто чуть-чуть, дорогие друзья, увели в сторону. И мы видим вот такую необычную картину, что даже бывают вот такие необычным форматом НЛО. Но почему НЛО взрывает такие карьеры для того, чтобы освободить что-то страшное? Говорят, у Земли есть двойное дно.
Но так оно или нет, мы с вами не можем понять. Но еще не все. Есть и космическая угроза, которая появляется на нашей планете. Не так давно люди видели, как НЛО приземлялось и просто-напросто прям все уничтожало. Говорят, это челноки для того были созданы, чтобы люди не знали правдивость вообще всего нашего мира. Но, конечно, как мы можем видеть то, что мы не можем знать? И как раз этот необычный кадр был сделан в Аляске. Необычный НЛО огромного типа просто-напросто масштабом приземлился на Землю и организовал вот такой необычный взрыв Земли. Я, честно, сперва подумал, что это фейк. Множество комментариев, множество необычных таких сообщений было в этот ролик. Но что на самом деле, люди начали думать, что конец света. Вообще-то мы с вами наблюдаем, что происходит по всему миру. В Турции, в Греции, в России и в других участках нашей планете. Но никто не знает, что правдивость того, что реакция может быть только из-за одних неопознанных летающих объектов. Если сравнивать 2010 год и 2020 год, мы с вами заметим, что был спад множества катаклизмов. Но были они, но не такие. А теперь возьмите 2019 и 2021. Эти два года были тихими, потому что была необычная пандемия, да, она и сейчас идет, но люди были забиты головой совсем другой темы. Но теперь, дорогие друзья, происходит самая ужасающая картина. За этот год случилось множество катаклизмов и даже природных явлений, которые объяснить нельзя. То жара, то не какая-то странная погода, потопы, наводнения и даже были, дорогие друзья, землетрясения. Но как это объяснить? Кто причастен к этим необычным форматам? И почему множество вулканов просыпаются на этой планете? Что произойдет за эти необычные месяца, а может даже за года, мы с вами понять не можем. Но теперь самое главное. Люди бывают неправильно себе относятся. Как и этот необычный видеосюжет был сделан в Сибири. Группа, можно сказать, ученых в США, которые находились в тот же день в Сибири, они заявили, что нашли проход в другое измерение. Да, это очень странно звучит. Во-первых, в Сибири, да, множество есть карьеров. И не только там ископаемых и алмазов, золота и других. Но есть еще одно «но». В тот день, 2019 год, пока все это происходило, группа ученых США заметили необычную вспышку в этом районе. Они сделали очень интересное заявление, но никто не знал, что в Сибири находится портал в другое измерение. И в тот день решили взорвать этот необычный портал. Как он образовался, никто понять не может. И что оттуда могло выйти, и как раз вышло. Когда они начали минировать вот такую необычную обстановку, то появился яркий белый свет. Да, вы видите сейчас на своих экранах эту ужасающую картину. Но что на самом деле скрывалось за этим ярким светом, никто не мог догадаться, что оттуда вылезет огромный неопознанный летающий объект. Они начали уже взрывать, но уже было поздно. Этот неопознанный летающий объект вышел из-под контроля и просто-напросто все начало происходить как фильм ужасов. Я не мог так оставить и просто так, дорогие друзья, вам объяснить. Никто не расскажет, что вообще происходило в тот день. Да и нет таких свидетелей, которые не захотят сказать вам правду. Потому что множество тайн, которые скрываются в Сибири, даже сейчас происходит. Никто вам не ответит правильный ответ. Давайте мы будем думать, что это все-таки фейк. Потому что, скорее всего, эти уже ужасающие такие катаклизмы, природные явления, НЛО появляются очень часто. Что будет дальше, мы с вами только можем гадать. И когда это произойдет, никто не знает. Ибо то, что все происходит на Земле, это происходит и в космосе. Конечно, Солнце, Луна и все остальные планеты, которые вокруг нашей планеты, они фиксируют нашу, можно сказать, временное пространство, которое вы сейчас и наблюдаете. Надеюсь, вам было очень интересно, и вы поставите очень интересный лайк. Ну а с вами был Тайна НЛО, и я с вами, дорогие зрители, не прощаюсь, но я вам желаю удачи.